Здесь я считаю, что он не чеченец, никакого отношения к чеченцам, его высказывания не имеет. Хочу, чтобы пресса донесла до всех, что это человек нами лично, если он считает чеченцем, будет наказан. Мы таких людей направляем домой на перевоспитание. Когда человек берет веник и подметает грозненские улицы, они очень комфортные, у него будет время очень много подумать над тем поступком, который он совершил. Если он является гражданином Дагестана, поможем ему. Там тем более есть очень много грязных улиц. Там будет ему еще больше площади для работы и, наверное, проявить свои чувства к своей любимой родине, которую он ощущает.